Всем привет, пришла посылка достаточно большая. Здесь у меня должен быть копия Лего. По-моему, какой-то инструмент, по-моему, для снятия изоляции. И еще что-то. Даже не помню. Коробочка достаточно большая, вот такой вот. Заказал не то, что я хотел. Захотел я заказать вот такой же и уже проверить качество. Чем они похожи, чем отличаются. Ну, заказал другую модельку. Также у меня есть вот такая моделька оригинальная. Тоже есть и такие, есть вот такие. Там вся серия, можно сказать, вот этих есть. Ну вот, заказал не то, что хотел. Ну, все равно можно будет сравнить. Разница в качестве. Не знаю, продаются здесь такие, не продаются. Ну вот, соберу я ее и отдельно видео сниму. Вроде так, аккуратненько. Инструмент для снятия изоляции. Джекэми, если правильно называю ее. Тоже надо будет потестировать. Отдельно сниму. Моделька ST412 или как-то так называется. Тоже надо 7 дюймов. Надо пользоваться. Таким инструментом я никогда не пользовался, поэтому это для меня будет в новинку. И уже потом попользуюсь. И на примере покажу, как она очищает. И удобно ли пользоваться. Вот это я даже не помню, что заказывал. Почему-то отдельно положили в упаковочку. А, но это небольшие кусачки тоже. Вот такие вот. Вроде с виду неплохие, но тоже буду, наверное, вот вместе с ними. Мадвин какой-то там. Тоже попользуюсь. И уже отдельно сниму, что с ними стало после небольшого использование. Будут вопросы, задавайте. Лего соберу, этим попользуюсь, и уже будет видно. Спасибо. Здесь вот фирменный. Здесь можно код стереть. То есть этот оригинальный инструмент. У меня биты были. Это небольшой инструмент тоже. Хороший инструмент. По доступной цене, в принципе. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Задавайте вопросы. Пока-пока.